Запись пошла. Что там у Дианы нового? Ой, точки растут быстро. Эмпер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Верни 100 рублей. Какие 100 рублей? Ты уже 200 занес. Ты уточни, пожалуйста, следующим донатом, какую из сатенчиков вернуть. Просто я не знаю, какую возвращать. Вот честно, без иронии. Первую или вторую просто вот напиши. А, нет, или третью, потому что сообщение пройдет только когда... Да, за 100 рублей только пройдет сообщение. Но ты напиши, какой из трех возвращать. А четвертым сообщением уточни, куда возвращать, на какие реквизиты. Это не развод. Давай собирать лучше. Та-пам-парам-пам-пам. Ну что, всем добра. Поиграю я сегодня в свое удовольствие в Warcraft. Дают сразу эльфов, это приятно. Готово, готово. Как-то удачно выкрутился. Ха, это изи просто. Просто изи. Я не с такого выкручивался. Поверь. Такие иногда были ситуации, которых вы даже слыхом не слыхивали. А я, как настоящий бобер, выходил сухим из воды. Потому что у бобров такая прослойка есть, если вы не знали. Кажется, сальная или сально-жировая какая-то. Ну, как с гуся вода, короче. Как с бобра вода. Надо пословицу переиначить. Так, хорошо. Где второй-то ставить? Вот здесь ставить надо его. Только так, чтобы не сорвались. Во-во-во-во-во. Чем бы заняться? Я готов. Недостаточно золота. Отлично. А, ладно, выкапывайся. Чем бы заняться? Мой лук всегда со мной. Пью. Укажите мне путь. Ты еще не видел меня в бою. Бам-бам-бам. Ты еще не видел меня в бою. Ты еще не видел меня в бою. Окспер, привет. Че там, Окспер? Блин, я не могу, у меня пикомот не включен. Ну, хорош. Куда ты побежал-то, ё-моё? Ой, плохо. Укажите мне путь. Ты еще не видел меня в бою. Чем бы заняться? И назад. Приступаю немедленно. Дорогу! О, добил. Хороший урон у Финда. Жду приказа. У Финда это да. Добил таки паразит. Мой лук всегда со мной. Меня в бою. Дорогу. Жду приказа. Укажите мне так, путь. Что делать? Мы давай устроим. Мой лук всегда со мной. Хорошо. Чем бы заняться? Ваш ход. Деревья ходят. И хорошо, что ходят. Клэп, конечно же. Учитывая то, что прокачка будет, мана, самое главное, будет тоже. Потому что Мунуэла, все дела. Да как другое место-то? Не офигел ли ты? Другое место. Вообще. Отличное строительство базы, просто все как по учебнику. И так сойдет. Ну а чего не идем-то? Капец. Мой лук всегда со мной. Я готов приказа. Давайте, ребята, давайте. Базу надо ставить тоже. Всегда со мной.
По фасту. И, наверное, пятую арчу все-таки запилю. А Хантерс Холл? Ботинки бы еще. Костяные колокольчики. Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай не будем вот сейчас жестить. Третья МК. Сейчас будет у нас с вами... Это значит, второй молоток. Так, хорошо. Хорошо. Сюда, скорее всего. Ох, уже. А Шедр где? Второй герой где? А деньги где? Денег нет. Дегри, забегай, конечно. Наш ее адрес. Он, правда, не совпадает с фактическим. Но забегай. Может, клэпнуть, а? Чтобы просто было попроще. Просто попроще. Хорошо. Домой. Жду приказа. Не проблема. Чем бы Дредлорд. Ваш ход. Ни слова больше. Так, а можно мне... Можно. Хорошо, ботинок нет. Но это мы как-нибудь, я думаю, решим. А тут уже вовсю. Укажите мне путь. Слишком скоро на охоту. Оп. Согласен. Жду приказа. Так. Вампиризм лишний выходит. Андеды повсюду. Чем бы заняться? Ну как вампиризм лишний? Он... До второго-то левела мне пригодится. Укажите мне путь. Чем бы заняться? Надо найти простую какую-нибудь цель. Покажите мне путь. Ты еще не видел меня в бою. Сверху Крео точно. Не спеши. Выбирай сумму. Ну давай. А вот снизу, может быть, и не андед. То есть приходил андед, но может быть это снизу на 6 часах. Да, здесь не андед. А кто здесь? Мемфис. Хорошо, с двух бараков. Рифлы, что ли? Мой лук всегда со мной. Интересно. Не контролят. Кажись, это мой клиент. Укажите мне путь. Скоро на охоту. Да хорош, чё? Приступаю немедленно. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Чем бы заняться? Исследование завершено. Этот таурен меня немножко смущает. Ну так чутка. Укажите мне путь. Надо сейчас сплетануться. Хорошо, ваш ход. Жду приказа. Чем бы заняться? Приветствую. Чем бы заняться? Укажите мне путь. Ты еще не видел меня в бою. Чем бы заняться? Что исследование завершено. Дорогу! Ваш ход. Бью без слова. Хорошо. Укажите тут приходят. Приветствую. Ваш ход. Скелеты, ё-моё. От мудрости. Мой лук всегда со мной. Я что-то подтормаживает. Ой, надо было вышку тут забить. Чем бы заняться? Что нужно? Смерть. Укажите мне путь. Не проблема. Чем бы заняться? Жду приказа. Хорошо. Ты еще не видел меня в бою. Чем бы заняться? Укажите мне путь. Много XP. Однако. Буди его мне, зверя. Ты еще не видел меня в бою. Чем бы заняться? Укажите мне путь. Разнесу.
Жду приказа. Исследование. Укажите мне путь. Так, и одного медведя, я думаю, надо послать вот сюда вот. Ваш ход. Мой лук всегда со мной. Еще не видел меня в бою. Привет. Чем вы заняты? ГГГГ. Меня убить. А, у нее даже нычки не было. О, так это шикардос. Только мне нужно... Сейчас по фасту, блин. По фасту шедера все-таки взять, а то леса не напасешься. Еще бы пару мануэлов сделать. Тут еще рок ветров наставил. Вампиризм все-таки второй. И лечиться. Лечиться, лечиться, еще раз лечиться. Мочи арчей. Жду приказа. Ты еще не видел меня в бою. Постройте лунный колодец. Молодец. Так, медведи уже прилично. Почему-то у меня... Вот. Нет, Warcraft все равно неплавно идет. Ну, не вытягивает систему. Я уже говорил об этой проблеме. Надо делать апгрейд. Так, продаем точно. Банку восстанавливаем точно. Здесь ботинки надо купить. Пару свитков надо приобрести. Готово. Готово. Здесь бы нычку приобрести. Давай сразу серклеточку. Все, уже ресурсы в ноль. Так, мана и еще мана. Готово. Так, сейчас лес притащит. Шредер первый, отлично. Можем заказать еще гиппосов. Можем заказать еще базу. Укажите мне путь. Я не хочу рисковать сильно. В плане того, что Undead еще рядышком, и второй тоже рядышком. Сейчас лучше планомерно довести лимит. Готово. До нужного уровня. Третьего героя бы еще заказать. Но лимит сложно довести, потому что, ну, вы понимаете, придется потратить некоторое время для... на то, чтобы нычки достроились. Так, давай-ка мы... Так, сделаем. Оп. Кто важнее, третий герой или три гиппогрифа? Пожалуй, третий герой. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Пожалуй, все-таки третий герой. Ух ты, а здесь уже кто-то пробежал, красный. Поближе-ка я подойду. А здесь точно? Да, точно. С веспами все хорошо. Давай-ка веспов мы не будем больше строить. Переведем сразу сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Готово. И сюда четырех. Третий герой пошел, гиппосы пошли. Лимит так себе. Чтобы грейд делать. Я пока на ночное зрение сделаем. И еще гиппогриф. Но как только достроится, будет значительно проще. Что на это? Дредлордс и гиппосы. Ну и, конечно же, медведи. Это великолепная связка. Лучшая боевая милишная аура. Поэтому... Так, сразу сюда. Ждем третьего героя. И гиппогрифов. Здесь армор. Хотя, наверное, даже приоритет на атаку должен быть. Ну вот, пожалуйста, пришли к нам уже. Тут уже лимит. Господи, а ты это откуда? Ой. Слишком просто. Опасно. Поехали. Так, жук минус, так. Так. Свиток, молоточек еще. Сварм надо, клэп. Еще гипсон.
Скоро на охоту. Свиток. Чайник. Да, он контроливает. Ну хорошо. Сериал двух медведей и трех гиппогрифов. Учитывая сложность момента, это было... Это не так страшно. Арчи выжили. А вот это плохо. Это плохо. Блин, ну тоже ерунда. Один, там четыре. Укажите мне путь. Давай. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Но у него герои не прокачанные, поэтому... А, он дальше пошел еще. Красавчик. Раз, два, три. Подрезали одну гаргу. Так, ну надо, 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 ребята. Надо, надо, надо. Надо сейчас восстанавливать эту базу. Надо делать грейды. Надо убивать арчей. Потому что сейчас мы к лимиту 80 придем. Арчи-то мне не нужны. Еще гиппосы. Гиппосы ключевые сейчас. Свиток надо передать лучше имке. Еще парочку гиппосов и будет счастье уже. Дальше деньги на свитки надо тратить. Приветствую. Вам нужен мой совет. И ману МК, пожалуй, приобрести. Возможно, центр попробовать прокрепить. Но я боюсь, что несколько опоздал уже с этим классным начинанием. Исследование завершено. Проверим. Склевать нам можно... Ой, а тут в центре уже поставил базу. А нет, слушайте, самое время. Там еще какой-то странный товарищ. Форсир минус, но тут как бы... Блин, скотину. Надо телепортироваться уже. И Дредлорд падает. Капец, как не вовремя. Я там сражался долгое время с этим. Черт, сейчас я дам ему повод напасть. Да и я Крею дал повод напасть. Не должно было быть такого. Сюда будет атака очень скоро. Уже в пути. Плохо. Чем бы заняться? Свиток еще один. Ты еще не видел меня в бою. Чем бы заняться? Ай, он еще книгу подобрал, блин. Знаний. Может, не стоит пока форсир вообще заказывать. Надо сейчас сидеть, бояться, делать грейды, закупаться. Подрегенить еще манку. Сделать. А вот он здесь. Но мудрости не должно быть много ресурсов.
Я полагаю, что он... Так, а что еще, что еще, что еще? Ну, несколько талонов надо сделать, раз уж на то пошло. Дредлорд выйдет. Закупим. Ага, вот он здесь. Идти или не идти, вот еще вопрос. Без ДЛ это не хочется вообще идти. Пока ДЛ дойдет. А, он телепортируется, окей. Ладно, шахту добил, это терпимо. Тем более я тут, как оказалось... Гиппосов двух подставил под удар. Что нужно, смертный? Чем бы заняться? Этого делать не надо было. Ты еще не видел меня в бою. Ага. Исследование скоро завершено. На охоту. Исследование завершено. Так, давай-ка свиток. Еще один. Ты еще не видел меня в бою. Исследование завершено. Это талон. Исследование завершено. Да, талонов добавим в первую группу. Здесь... Прилетел на крыльях ветра. Прилетел на крыльях ветра. Ты еще не видел меня в бою? Ну, смотрите, за... я не хочу Крео сверху убивать. Тем более, там еще орк какой-то. Чем бы заняться? Ты еще не видел... Так... 2, 3, 4. 2, 3, 4. Надо дождаться грейда 1, грейд на талонов 2. Да, еще одного талонца я успею сделать. Хорошо. Когда будет более-менее такой чистый лимит? Не, не талонец 2. Тут надо гиппогриф как раз одного. До полной пачки. Я прилетел на крыльях ветра. Ты еще не видел меня в бою. Воздух не хочу, пока не сделался грейд на, собственно. Исследование завершено. Чем бы заняться? Inner Fire. Точнее, Fairy Fire. Исследование завершено. Готов. А здесь что? Здесь тоже готов. О, Дредлорд получил левел ап. Я как раз не хочу форсировать брать, потому что мне нужно побыстрее получить 6-5 у этих героев. Поэтому... Так, взлетать уже можно. Исследование завершено. Привет. Ставлю я тут вардик. Чем бы заняться? Что на это? Поехали. Делает не то, делаю свиток. Я должен тут его развалить, в теории. Что получится на практике, я не знаю. Вижу этого, убиваю молотком. Да, еле-еле, в общем. И то нет. Ну, хоть героев у него, считайте, не осталось. Что нужно, смертный? Так, Дредлорд зато пятый. Ты еще не видел меня в бою. Скоро на охоту. Ты еще не видел меня в бою. Все, поехали отсюда. Сейчас его еще сзади, этот Парадайз. Который не слушает стримы. Мы это точно знаем. Но третий герой как раз нужен для того, чтобы... Был третий свиток еще лечения. А то ведь... Лишний медведь. Что на этот раз? И надо больше деревьев. Ты видите, я лимит быстро восстанавливать не могу. Но это сделаем через вот новых виспов. Ага.
Окей, и за свитками давай. Здесь сначала дерево. Важнее. Форсир видит, выйдет, конечно, будет не таким полезным. Ничего. Три медведя уже перебор. В такой ситуации. Два свитка берем. Все нормально. Форсира бы переучить сразу же. Так, а ты... Ты давай так. Чем бы заняться? Вам нужен мой совет. Чем бы заняться? Ты еще не видел меня в бою. Форсиру ботиночки. Серклетку переучилку. Форсайт и, пожалуй, чайник. Учитывая такой АОЕ клевый. Чем бы заняться? Ну, сварм есть. Опять же, клэп по земле только. Тут мудрость пытается восстановить, но по его базе бегают рифлы. Я думаю, что это отличная причина, чтобы прийти и поговорить. Наламываемся. На алтарь. Надо было еще парочку талонов хотя бы сделать. Чем бы заняться? Готово. Спасибо за игру, написал и вышел. А где его там хуман? Бьет. Слева, наверное, экспандим. Нет. Тут осталось мало, на самом деле. Если и ставить, то ставить базу вот здесь. На 3,5 косаря. Что? Тут форсиром надо только добивать. Было. А пацанами можно попробовать сбегать. Затариться. Раз и два. Чем бы заняться? Укажи путь. Ты еще не видел меня в бою. Ничего нет толкового. Чем бы заняться? Дорогу! Ту-ту-ту-ту-ту. Форсир здесь не получит третий, но, по крайней мере, будет чуть поближе к этой цели. Ой-ой-ой-ой-ой. Выходить фериками, медведями из лимита срочным. Капец, обожаю. Кто это такой? Крево. Постройте лунный колодец. На Холи Френзи там. Поехали. Так, феррики успели вылететь. Тут за Казмоданем. Рычим. Еще нужны виспы. Упал там жук его. Не, ну вроде тут уже. Там снизу, правда, нападает. Понятно. ГГ пишет криво, вливает. Ой, ну что это за армия такая? Ну кто такое так делает? Кто же отвожу? У меня мунвелов нет, нифига. Шиньки. Мунвелов нет и виспов нет. Это опасно. Давай-ка 2 ТП сразу же. Да, этот хуман может... Дальше пройти. Не пошел. Что ж мне делать там?
вижу и помню. Чем бы заняться? Приступаю немедленно. Форсир там учится, молодец. Хумана вообще изи убью. Ты еще не видел меня в бою? Приветствую. Но убийством этой нычки он... Да и Крео тоже молодец. Пришел опасным лимитом таким. Хоть и отбились мы с вами, но видите, к чему это все привело. Какой лимит и какая добыча. Вместо трех баз у тебя ноль. Проверим эту базу. Давай за свитками сходим еще. И здесь чистенько, это самое главное. Свиток. Свиток, говорю, раз. И свиток два. Фериков сколько получилось, только заказал. Надо, соответственно, сейчас вот так вот 5 штук сюда. Готово. И сюда 5. Готово. Давайте, готово. Давайте, ребят. Готово. Этого сюда базу делать снова. И пройтись к этому хуману, который... Ну, который пришел со своими рифлами никчемными и убил... И убил. Так, ну, ничего здесь не это самое не строит, слава богу. Так, давай продадим вот эту ерунду. Лучше свиток взять третий. Проверим эту базу. Ну, хотя ее не проверять, ее убивать надо. Форсайт бы сделать. А, тут дампил. Я, говорит... Ага, дампил с этими, с... Чем бы заняться? Скоро на охоту. Приветствую. С талонцами тоже. Так, добыча возобновилась здесь. Здесь практически. Опа, отлично. Кто лишний? Ну, два фейрика лишние, конечно же. Фейрики, кстати, видите, в фейс не уходят от своих. Что нужно? Вам нужен мой совет. В атаку! Чем бы заняться? И здесь бы еще поставить базу. Там три косаря. Наши воины вступили в бой. Ой-ой-ой, ну это как обычно. Шеддер допилил до троллей. Так, а может здесь и не стоит базу ставить? Давай-ка лучше пешкарусом дойдем, чем деньги тратить. Хотя нет. Давай лучше мы сюда пойдем сразу же. Нужно же центральный занимать уже. Шестой левел нужен, инфернал очень нужен. Доставь. Сверху была база Крео, насколько я понимаю. Чем бы заняться? Золотой рудник обрушен. Да. Уж. Готов. Сейчас надо в центр было прибежать. Слишком большое количество бабла. Ничего себе. Это что такое? СМФ. То ли эвакуируется, то ли просто рабочих сдает для лимита пущего. Здесь очень много денег уложено, я хочу убедиться в том, что все достроится. И дерево дойдет. А, у меня же грейда, блин, нет этого хорошего. Какой бы исполок классный провайдер точно знает, когда подрубит. Да, точно знает. Провайдер стримы палит. Ой, слушайте, а тут уже инфернал есть. Там орк, правда. Ты еще не видел меня в бою. Нужна манка, нужны короны королей, в первую очередь Маунтин Кингу. Форсайтиком пройдемся. Слушай, тут всего пара баток. Раз, два. Готово. Готово. Что? Готово. Давай, раз. Готово. Так, минус парочка фериков. Дерево очень лениво идет. Ну, взорвал он только вот как раз двух фериков, хотя там минус три батки было. Может, пора уже дриад добавлять. А, вот так вот, подзастрял немножко, да?
и Хелен Варды. Давай еще двух фериков добавим. Здесь, глядишь, уже дерево дочапает, дотопает. Готово. И я смог бы вот на этого орка. Вот здесь же орк. Крео не просто так вышел. Понятно. Да, да, так просто не убить. Парсера до пятого можно прокачать. Можно в центре потусоваться. В ожидании девайсов. Что на этот раз? Мои глаза приветствую. Я терпеливо, я подожду. Так, ну центральные базы у разных людей. Я бы, если честно, надампила бы полез. То есть укрепился бы вот здесь вот получше еще. Да, видите. Потому что на орка лезть с воздухом, это... Что на этот раз? Это не очень правильно. То есть он просто будет разменивать баток на ваш лимит. И все, и ничего из этого хорошего не получится. Чем бы заняться? А вот Данпил. Он же эльф. Готов. Еще не видел меня в бою. Ой, понятно. Сейчас он батками может полетать, нычки мне поубивать. Форсиру сюда. О-о-о. Косяк. Вам нужен мой совет. Придумал. От судьбы не уйдешь. Да, видите, жжет. Вам нужен мой совет. Скоро на охоту. Приветствую. Готово. Скоро на охоту. Глаза открыты. Готово. Что на этот раз? Неплохо, неплохо. Исследование завершено. Скоро на охоту. Что золотой нужно? Рудник обрушился. Окей. Чем бы заняться? Скоро на охоту. Будь осторожен. Ах ты, какой хитрец. Священная роща осквернена. Чем бы заняться? Да ты такой настойчивый, назойливый. От судьбы не уйдет. Берегись! Вам нужен мой совет. Вот поэтому и не хочется с орком воевать воздухом, понимаете? Вот-вот, главным образом по этой причине. Потому что батки, они при наличии экономики объясняют. Наломиться на его вышке не хочется, там же еще кастеры и таурены, и герои в конце концов. Что это такое? Вот кто я здесь был? По звуку был киперский выстрел, в общем. Ну, козлиный вот это вот. Ой, я же прям, понимаете, насколько скиллуха у бобра эльфийская. Чем бы заняться? Отлично. Это вот прям было вот так тоненько. Так, ну что, химерку, наверное, надо сделать. Как я на данпил, это полезно. Сквейка нет. Смотрим. Ну тут пока, кстати, можно и по это самое, повоевать. Конечно. Воу-воу-воу-воу-воу! Ничего себе! Там вообще... Данпил-то там... жёзенький. Вот прям жёзенький, его там много. Ой, ну медведи лишние выходят.
Тут же химеры нужны. Как иначе-то? Ты еще не видел меня в бою? Конечно. Чем бы заняться? Когда начинать? Ты еще не видел меня в бою? Они съедают лимита приличным. Чем бы заняться? Разваливаться будет очень быстро. Чем бы заняться? Докачаем здесь, 5 лимита освободится. Тяжело, тяжело. Ты еще не видел меня в бою? Чем бы заняться? Там Блэкмастер затаривается. Ой, ну ясно все, короче. Данпила. Чем бы заняться? Ты еще не видел меня в бою? Ты еще не видел меня в бою? На самом деле я не знаю, что боюсь. Не видел меня в бою. Осидки, что ли? Не боюсь я осидки. Ты еще не видел меня в бою. Что нужно? Смерть. Чем вы занят? Мой совет. Ты еще не видел меня в бою. Не боюсь я нисколько осидки. Чем вы заняться? Судьбы ты не уйдет. Тегипсов надо было лечить все-таки. Сюда пусть летают. Чем бы заняться? Это пусть будет первая группа. Чем бы заняться? Сейчас. Ты еще не видел меня в бою. Господи, Феррики, ну настолько ненужные тут создания. Чем бы заняться? Не видел меня в бою. Не нужно убей. Они просто мешают реально мне тут химерами творить добро. Чем бы заняться? Дорогу. Сторона охоты. Ты еще не видел меня в бою. Отлично. Чем бы заняться? Ты еще не видел меня в бою. Приветствую. Мои глаза открыты. Что нужно? Давай. А чё не, не пошли эти гипосы вперед? Мои глаза открыты. Я это предвидел. Что на этот раз? Скоро на охоту. Все вроде. Чем бы заняться? Приветствую. Не хватает. Вам нужен мой совет. Ты еще не видел меня в бою. Доедаем, Данпилон. Делаем дозаказ, но не гиппогрифов. Пока неизвестно, какой подзаказ сделаем. Чем бы заняться? Что на этот раз? Что нужно? Самое главное здесь эту центральную базу. Так, Эрсквейк есть же еще. Во-первых, выхиливаться надо. У меня мунвеллов нет. Мунвеллы надо делать по центру. На защищенные мечки. Но желательно вот как-то так. Денег, правда, на это дело нет. Но что-нибудь придумаем. Так, а где Данпил остался? Ух ты, тут Ванек. Ага, вот он, Данпил. Героя восстанавливает. Вижу, где у него алтарь восстанавливает. Хорошо. Я предлагаю Данпила добить. Инфернала там подобрать. Хотя инфернала убили, как выяснилось. Здесь недокачанная база. Здесь не собирается тоже. Ё-моё, что я творю? Готово. Да, я... Готово. Готово.
Классно. И сразу сюда. Давай, расквейк сюда. Забываю про виспов. Это косяк. Вижу и помню. Скоро на охоту. Наши воины вступили в бой. Вышла нага. Восьмого. Что на этот раз? Привет. Была. Мои глаза открыты. Главное не оставляют живых людей. Готово. Это очень часто приводит к казусам. Поэтому просто добиваем. Четвертая химера тут еще есть. Инфернал откатился. Надо сбегать за свитками. Посмотрим, что по центру. Все короны перекупают. Опа. Ванёк тут окопался. Тоже непросто. Готово. Так, еще три протектора, так. Ну, чтобы лимит освободить, мне не хватает виспов. Я же достроил на ту базу. Тут закончится, переведем через полминуты. И надо вернуться, отрегенить ману, в первую очередь дредлордом, потом занять вторую центральную базу. Ой, хорош! Лучший! Тремя подрывниками на нычку, которая стоит как полтора подрывника. Почти закончившуюся. Но, блин, подгадил, да, подгадил. К9. Вероятность какая там? 30%. И 40, да? Данпила нет. Это очень хорошо. Светим сюда. Видим западню. Самую настоящую. Готово. Ой, сейчас, смотрите, козла сейчас. Уаа, это замануха! Подблочу. Наши воины вступили в бой. Слышишь? Давай-ка ты не будешь так делать. И, конечно же, Блейдмастер, конечно же, куда без него. Конечно, красавчик Блейдмастер. Там еще кто-то сверху, другой уже. Депортируюсь в центр. Да пофиг на эту нычку. Нужно гипсов сейчас дозаказать. Ману подрегенить. Просто мунвейла пьем. ТП бы еще взять. Ты еще не видел меня? Что на этот раз? Свиток бы еще приобрести, Мкой. Приветствую. Ты это сам? Хорошо, значит, у нас есть противники типа на нижнюю базу. Где нормальный девайс? Все перекупает эти блейды. Три свитка есть. Можно дождаться, когда эта база доделается, но кажется, это неверно, потому что ее ждать 7 минут, надо сюда идти. Надо светить и смотреть. Вот так вот, да? Хауль, седьмая. Хауль. Окей, я готов. Инфернал не готов. Ой, ну вот чего тебе... Раз, два. Приветствую. Мои глаза. Скоро на охоту.
Приступаю немедленно. Привет. Чем вы заняться? Что нужно? Вижу смертный. И помню. Согласен. Ты угадал мой план. Не видел меня в бою. Добро. Чем вы заняться? Рядом Блейд бегает. Может быть, этого Блейда светануть, найти и убить? СМФ летает. Парадайз. Я даже не помню, какого цвета тот самый Блейд. Этого добить можно. Так, чисто в теории. Ага. Окей, пока тогда... Не рыпаемся сильно. Бьем сначала одного. Может, кстати, это он и есть. Какой желтенький. Форсир, что тормозим-то? Из-за того, что я светил. Это раз. Что нужно, смертный? Сюда сварм. Приветствую. Ты еще не видел меня в бою. Чем бы заняться? Чем бы заняться? Ты еще не видел меня в бою. Ну что, не ждали? Скоро на охоту. Мои глаза открыты. Так, ливнул. SMF, Paradise и Mighty. SMF, Paradise, Mighty. Paradise наверху, Mighty вот эльф, который уходил. SMF, орк, который слева. Ну, я полагаю, что нужно сначала попытаться эльфа и за эту базу. И, ну, блин, хотя, может, не стоит его давить. Можно просто базу поставить и улыбаться. Вижу и помню. Так и будет. Ну, тем более, видите, СМФ. Его тут. Ну, ясно. Что на этот раз? Ой, корона королей. Отлично, моя первая корона. Что на этот раз? Ты еще не видел меня в бою? У него антиэра нет, после баток. Чем бы заняться? Я думаю, можно просто прийти. Чем бы заняться? Здесь бы базу поставить все-таки. Пусть она будет без защиты, серьезно. Ты еще не видел меня в бою. Ты еще не видел меня в бою. Чем бы заняться? Скоро на охоту. Привет. Вам нужен мой чем совет. Чем бы заняться? Чем бы заняться? Что на этот раз? Мои глаза открыты. А чё не пошли-то вперед, ребят? Скоро на охоту. Мы инфернальчик туда закинем. Чем бы заняться? От судьбы не уйдёшь. Скоро на охоту. Ты ещё не видел меня в бою. Всё вроде бы. 9 лимит потеряли сейчас. Ой, Нага там ультует. Куда ты там? И сверху орк еще пинчит он. Да, не повезло, не повезло. Ну где там молоток-то? Ну? А против орка надо будет, наверное, дриадок подмасить. Чем бы заняться? Мои глаза открыты. Короче, здесь делаем базу. Наши воины чем бы заняться? Что нужно? Смертный. Приступаю немедленно. От судьбы не уйдешь. Ты еще не видел меня в бою. Ой, ну все.
Да, надо сдавать. Надо сдавать. ГГ. А сейчас очень опасно. Во-первых, надо восстановить ХП и манку. Надо достроить дриад и, наверное, парочку фериков. Ой, опасно, опасно. Я уже бегу тут короны королей, правда. Что там нужно, очень хочется корону купить. Вы бы знали, как хочется. Что на этот раз? Он там продавал еще что-то, чтобы... Чем бы заняться? Гиппосы должны клевать себя. Отлично. Выступаю немедленно. Что нужно? Смерть. Вижу и помню. Потому что в них смысла мало. Увидеть точнее его армию. Так себе армия. Там главное, что герои у нас будут клевые. Вообще дриадок. Там не так много кастеров. Что на этот раз? Скоро на охоту. Свитки, да, тоже нужны. Чем бы заняться? Что произошло? Так, давай пусть ферики будут в этой группе. В наших лесах? Что на этот раз? Ты еще не видел меня? Готов. Бою. Я люблю. Еще три козочки. О чем шумят деревья? Что случилось? Вообще танковать хорошо может и Инфернал, и МК. Поэтому у дриад как раз не будет таких серьезных проблем. Что типа надо хитендранить, иначе убьют. Трушот бы взять, конечно же. Согласен. Вообще надо взять корону МК. Дать корону МК. Смотрим, ставит ли орк здесь базу. Не ставит. А, он собирается. Мои глаза открыты. Минус 4 батки, 2 взорвалось. 2 были убиты. Привет. Что случилось в наших городах? Хорошо. Так, и перекапываемся сюда. Не видел меня в бою. Что на этот раз? Реально, может, трушот взять? Чем бы заняться? Привет. Ну и все. Преимущество по героям у нас есть. Надо следить за его... За составом его армии. А, вот оно что. Вот он откуда бабло получает. Этих рейдеров, конечно же, надо уничтожить. Там грабежи, там же пилоч дикий. Привет. О чем шумят деревья? Привет. Что произошло? Привет. Там рабочие эвакуируются. В наших лесах. Ты угадал, чем вы заняты? Неплохо. Ты еще не видел меня в бою. Дорогу. Вижу и помню. Что чем вы заняты? Раз. Раз. Привет. Хоть бы не уйдешь. Отлично. Атака рабами. ББАЙ поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей. 1000 рублей. Что-то случилось в наших лесах. Да, что случилось в наших лесах? Спасибо за косарик. Парадайз улыбается. Эх, чёрк найти все-таки. Готово, готово. СМФ продолжает грабить. Готово, готово. Ладно, хорошо, у нас база есть. Делаем дополнительную защиту к тем протекторам, которые уже есть. Да ерундовая у него армия. Герои 6, 5, 4. 4. 6, 5, 4. Что он сделает? Что он не сделает? Поэтому просто... Просто потихонечку подходим к его базе.
И, наверное, будем как-то ее штурмовать. А сколько там осталось-то, кстати? Тиксарей. Нет, это, конечно, я ждать не буду. Тиксарей, тем более Earthquake есть. А у него... Варден... Кто там, Файрлорд? Нет, Варден, Тинкер... А, ему нечем просто перебивать эту тему. Просто Earthquake. Заставим его выйти. Вот жалко, что протекторы стреляют по этим протекторам. Могли бы использовать как живой щит. Так, давай вот так, Earthquake. Ганс поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Ганс, привет. Чамандер, да. А ты знаешь, в последней миссии должен был выйти Сектопод и сказать: грузись с дерева. Готово. Чем бы заняться? Что случилось? Надо быть готовым, кстати, к тому, что он на бошку мне упадет. Он не телепортируется почему-то. Привет. Но чинит. Приветствую. Скоро на охоту. От судьбы не уйдет. Ты еще не видел меня в бою. Отлично. Что чем бы заняться? В наших лесах. Ага. Вижу и помню. Что чем бы заняться? А что я жду-то вообще? Словно рысь. Я же могу себе это позволить. Что нужно, смертный? Согласен. Мои глаза открыты. Что на этот раз? Наши воины приветствую. Что на этот раз? Не оставлять следов. Ты еще не видел меня в бою. Чем бы заняться? Ну ах, оставил там. У него, да, у него резуректы. Что нужно, перегруппируемся. Согласен. Чем бы заняться? 10 уровень. Эй, МК, ты чего? Я понимаю, что ты там чемпион. Надо. Надо ж как-то и... Да, масса Туренов с пульверайзом, с резуректом. Чем бы заняться? Приветствую. Что случилось в нашем что лесах? Нужно? Мне мана нужна. Отлично. Раступись. Отлично. Раступись. Ай. Чем бы заняться? Еще несколько медведей сделаю, танковать неким. Здесь можно взять... Некуда класть. Earthquake откатился. В принципе, там осталось-то всего ничего. Давай вот так сразу сделаем. Что на этот раз? Вам нужен мой совет. Что случилось? Приветствую. Да, да. Смертный. Ты это сам придумал? Что на этот раз? Вижу и помню. Я голоден. Что случилось в наших лесах? Добычи нет. Чем бы заняться? Я медведя жду еще. Не видел меня в бою. Славу леса. Чем бы заняться? Дриадок можно приживить. Что случилось в наших лесах? Ну все. Жалко его даже, как-то немножко. Туренов много, толку нет. Он сдает базу. Отступает. Он мне съел кого-то. А, нет, это Fairy Fire. Я же думал, ухитрился как-то сожрать еще кодоем. Имба Рейс. Да-да-да, раз с расой мне очень повезло, конечно. Можно сделать химер. Учитывая то, что у него ресурсов нет. Мои глаза открыты. Скоро на охоту. Правда, сейчас уже, во-первых, откатились ключевые обилочки. Давай, поехали. За Космодан, Инфернал, куда-нибудь туда. Тут, естественно, клепчик какой-нибудь, раз. Надо еще хилвард. Судьбы не уйдет.
Резурект, пошли. У кастеров становится все меньше и меньше. Я, правда... Ты угадал мой план. Чем бы заняться? Надо этого убить, Феникса. Вот топ ДПСер. Приветствую. Мои глаза открыты. Неплохо, неплохо. Чем бы заняться? ГГ. Победа! Победа! Фу-ху! Ну, серьезных, ну, в смысле, завсегдатаи есть, но... Убер чуваков, типа... Я не хочу Хавка называть Убер чуваком, то он расслабится. Едем дальше. Да, Маунтин Кинга очень сложно убить. Особенно под ультимейтом. И очень много жизни, брони, урона. А если еще короны понадевать, то и с маной проблем не будет. ХП будет миллион. Там один баш чего стоит, когда у тебя там 5 корон. На 10 левеле у него родной Айгилы будет, ну, дай бог, 30. Короны добавят еще там 25-30. Скорость атаки, учитывая 40% баш, будет просто дикая. То есть любого героя в соляного он должен раскатать. Ну, если так, в чистом поле с ультимейтом все дела. Так, слот арма просит. Тут даже не знаю, кого кикать. Первого сразу кикнули. Клавиатура у меня... Шторм какая-то там хрень. Ну, короче, я Чериковскую. А, нет, Quick... Quick Fire Ultimate. С Cherry Blue механикой. Давайте. Раса только не орки. Где Игорь Андреевич? Я давно не интересовался. Должны были... Собирались, точнее, в гости приехать. О, музыка-то эльфийская играет. Слышите? Ну, я не виноват в том, что такая сильная раса мне попадается. Резко, кстати, не очень хороший. Господи, опять что-то подлагивает. Вроде ок. Ты рассматриваешь прохождение XCOM в моде Long War? Пока нет. Я не знаю ни сроков его, ни того, насколько он будет долгим. Этот Long War. Скорее всего, не короче предыдущего. Так что на Iron Man, скорее всего, он не пойдет у меня. Первое прохождение, потому что очень много нужно времени потратить для того, чтобы осилить Long War, особенно с дополнительными опциями. Но отказываться от такой возможности, ну, то есть отрицать, что это возможно в будущем, я, конечно, не буду. Тем более, что XCOM игра достаточно глубокая, если баги поправить. Готово. И мод будет хорошим. Над ним, насколько я понимаю, разработка велась уже, ведется уже больше полугода. С ним дали исходники и вперед. Самая главная сложность в том, что мне ставить базу нужно как раз ну, в одном месте. Вот здесь вот. А тут сосед очень близко. Надо узнать, что это за сосед. И либо отгородиться от него как-то. Готов. Обезопасить свою базу. Либо убить его. Убить, конечно, можно, но... Во-первых, не факт, что убьешь. И, конечно, надежнее крипиться, чем убивать. Крипы не такие сильные. Здесь я защитный ауф делаю. Я готов. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Ваш ход... О-хо-хо-хо, больше халявы.
Ой, Миша, больше халявы. Эльфы и Демон Хантер. Я просто в шоке, дорогая редакция. Жду приказа. Час настал. Готово. Я готова. Слишком просто. Укажите мне путь. Жду приказа. Вот надо к этой елке пройти. Они пускают. Ваш ход. Быстрее. Приказывай. Жезл иллюзий. Укажите мне путь. Наконец. Хороший девайс. Один я, пожалуй, здесь юзну. Чтобы... Мне все равно пауза есть, нужно эту точку закрепить. А два остальных заряда использую... Использую на экспанде. Грейт, не грейт? Да грейт! Я готова. Жду приказ. Ваш ход, укажите мне путь. Да грейт. Мой лук всегда со мной. Час настал. Ваш ход. Недостаточно золота. Быстрее. Приказывай. Хотя иллюзия мне здесь будут. Давай вот так вот лучше сделаем, пока. Ваш ход. Пока там барак доходит. Я потанкую иллюзиями. Не, лучше, наверное, сразу базу ставить. Не наверное, а, конечно же. Рунные браслеты тоже весьма неплохой девайс. Для демона, который несколько уязвим. Именно магией. Армор хороший, пассивка на мясы, а вот... Мой лук всегда со мной. Мы должны действовать. Готово. Сейчас попробую здесь АОФ поставить. Куда ж ты идешь-то, родной? Ну. Укажите мне путь. Мы должны действовать. Сейчас АОФ поставить. Сделать разведку соседа. Быстрее. Возможно, его. Ну хотя он никак себя не проявляет, может быть, и не стоит его агрить. Жду приказа. Не, ну разведочка-то стоит сделать. Демон Хантер, он может испугаться, быстрее. Может даже умереть от этого. Не, ну я не должен далеко уходить, пока нычка не достроилась. Сейчас посмотрим. Хуман. Кто? Данпел. Покажите мне путь. Повезло, повезло. Ваш ход. Хорошо. Вижу цель. Жук. Ваш ход. Мы должны укажите мне путь. Действовать. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Ни слова больше. Ваш ход. Укажите мне путь. Ваш ход, укажите мне путь. Готов. Ваш ход. Да брось. Слишком просто. Мой лук всегда со мной. Мы должны здесь. Данпела, видимо, и сверху, и снизу показывают. Жду приказа. Ваш ход. Потому что поэтому он не успевает доконтроливать. Жду приказа. Но он поэтому вернулся как бы битый. В общем-то, меня, мне это на руку, безусловно. Укажите мне путь. Настал. Мой лук всегда со мной. Укажите мне путь. Не проблема. Ай, как? Слишком просто. Очень укажите просто, если приказывай. Не контролишь, такое случается. Поздно Хантер Холл. Арчу отдал зря. Сейчас как раз тот самый момент, когда нужно забить тупо. Идти крепиться, потому что нычка и так достроится. Данпел вряд ли в трезвом уме и в твердой памяти, хотя у него там вышки строятся. Ладно, пусть развивается. А то он нам потом хастить не будет. Укажите мне путь. Или сражайся. Мой лук всегда со мной. Укажите мне путь. Мой клинок жаждет крови. Готово. Час настал. Это выгоднее просто. Лук... О, Демон Хантер и Паладин. Ой-ой-ой-ой-ой. Это практически то же самое, что Демон Хантер и Блейдмастер. Ой, в смысле, Демон Хантер... Блейдмастер и Паладин. Ну, демона будет сложно убить. Халявщик, говорят. Ну, все по скиллу, ребята.
вступили в бой. Сапоги и скороходы. Да, неплохо. Ну, неплохо. Я не жалуюсь вообще. Готово. Мой лук всегда со мной. Ваш ход. Пощады не будет. Давай. Укажите мне путь. Мы должны действовать. Ой, молодец я. И веспов не построил. Давай тогда переведем по фасту лучше. Мое сердце жаждет битвы. Вот видите, сейчас не повезло. Дали Scroll of the Beast. Зачем мне Scroll of the Beast? Жду приказа. Укажите мне путь. Готово. Вообще не нужен мне Scroll of the Beast. Мой лук всегда со мной. Час настал. Укажите мне путь. Готово. Наши воины исследовали путь. Так, а дальше-то что? А дальше, может, грейд на Т3 будешь делать? Ну так, для медведей. Говорят, помогает. Жду приказ. Скорее! Мое сердце жаждет битвы. Мы должны исследования наши воины вступили в бой. Нужно больше виспов. Скорее! Ваш ход. Мне не верится. Жду приказ. Укажите мне. Так, ладно, дампела немножко поджали. Получается, да? Он, как и ожидалось. Ой. Не, давай лучше сверху обойдем. Не, почему сверху? Может быть, здесь еще не закреплено. Не всегда эти точки закрепил. Ну, я пытаюсь найти что-нибудь толковое. Похоже, надо уже как-то за големов браться. Под реджиум это можно сделать вполне. Да и под паладин. Дамага маловато. И медведи будут мешаться. Укажите мне путь. Попробуем. Хорошо. Слишком просто. Готово. Мы должны действовать. Когда начинать? Конечно. Приказывай. Мой лук всегда со мной. Укажите мне путь. Крови. Ваш ход. Мой лук всегда со мной. Укажите мне путь. Мы должны здесь. Не буди его мне, зверя. Укажите мне путь. Меня будить. Мой лук всегда со мной. Сейчас. Крови. Укажите мне путь. Не проблема. Наш. Ну да. Быстрее. Когда начинать? Жду приказа. Готов. Выходим из лимита. Ваш ход. Ой, молодцы. Медведи топич. Троллей сагрили. Медленно, но справляемся. Боевые барабаны орков тоже весьма неплохо. Ладно, давай троллей убьем. Уговорил. Так, еще один герой. Что у нас тут? Плащ теней. Редкостная фигня, конечно. Жду приказа. Ну хорошо. Сейчас получим третьего паладина. Арбу возьмем здесь. Когда начинать? Не буди его мне, зверя. И попробуем взять кого-то по центру. Мой лук всегда со мной. И ты арчи. Укажите мне путь. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Ни слова больше. Укажите мне путь. Мы должны действовать. Сейчас. Ваш ход. Наконец-то. Когда? Блин, я был уверен, что сейчас... Исследование... Вот он. Ну какое исследование завершено? Не завершено оно. Укажите мне путь. Мой лук. Капец. Мы готовы. Когда? У нас мало нет. Медведи без формы рулят. Меня. Слава богу. Не подрасчитал я. Выберите другое место. Зачем вы просите?
Готов. Быстрее! Не говоришь на слова. Ты не ведом страха. Исследование. О чем вы просите? Я готова. Но... Не буди его мне зверя. Мы готовы. Мое сердце жаждет битвы. Амулет маны. Даже не знаю, кому брать. Так, во-первых. Шреддер. Там подходит центр кто-то. Укажите мне путь. Нужно действовать. Жду приказа. Где Патма, ё-моё? Я готова. Передаю арбу Диме. Путь. О чем вы просите меня? Мы должны действовать. Тут, кажется, был этот инвиз. Всегда со мной. Жду приказа. Ну, то есть бегает Блейд. Час настал. Исследование завершено. Наконец-то. Покажите мне готово. Жду приказа. Я успел бы сделать Бёрн, все было бы хорошо. Дима здесь, к сожалению, будет вреден только. Еще рычу. Ох, Tom of Experience. Tom of Experience. Сову вызвал, чтобы попроще было. Маска смерти. Блять, защита, неплохо. Амуль передаем под мем. О чем вы просите меня? Почту зачистка. Мой клинок жаждет. Надо реджуиться. Надо арчей еще убивать. Сейчас. Уже в пути. Все, все. Все. Мое сердце жаждет. Так. Лайта Моркена. Почти все. Не все там зареджуились, к сожалению. Что делать, что делать, что делать? Да, добивать. Пробуем последнюю точку. Начинать. Сейчас. Час настал. Только без Димы, опять же. Мы должны действовать. Мы готовы. А чем вы против? Ботинки свиток. Мне не ведом страх. Доверься мне. Почту за честь. Я готова. Книгу силы лучше Патме, наверное. Нужно действовать. Я готова. О чем вы против? Так давай свиток один юзнем лучше. Слишком много жертв. Боевые когти под мед. Да сдать этот девайс. Кольцо защиты сбагриваем. Слушайте, а хорошо все выходит. Взяли центр, герои очень хорошие. Раса прекрасная. Докачиваемся, сдаем медведей уже. О чем вы просите меня? Делаем этих химерочек. Быстрее. Так, палыч пятый. Соответственно, крепим под мутольком. А, пофиг. На мишек, которые отдаются. Хотя что-то их много. Да не, немного. Не, много. Хрустальный шар, класс. Там люди просто друг дружку убивают, друг друга убивают. Потому что, видите, и выходят, и никто в центр, никто до центра не доходит. Один только пришел, и вот, ну, как бы фигня. Нужно действовать. Такая вот получилась. Сайленс можно было бы взять. Этот за Шреддером просто. Надо третью, четвертую базу ставить. Исследование завершено. Я попробую тогда пятый левел получить вот на этой теме. Рычу. Внемлю ваши слова. Ну и пробую докачать опять же Батму. Как прикажешь?
Чем мы против? Мне неведом страх. Готово. Мне ли ваши слова? Готово. А чем вы против меня? Мне неведом страх. Готово. Доверься мне. Мое сердце жаждет. Нужно действовать. Так, а по центру у нас SLI. Здесь пара химер. База 100%. Лечимся. Регеним ману. Медведи все-таки я подреджувлю. Ой, ну хорош. Ой, да ладно. А Данпел-то подстроился. Будет исполнено. Приказывай. Внемлю ваши слова. Час настал. Грифоны у него. Правда, герои слабенькие. Он, видимо, хотел эту точку тоже закрепить. Здесь вышки. Без химер лучше не светиться. Полечу совой. Танки строятся. Плохо. Надо быстрее приходить. Давай сверху лучше. Мы должны действовать. Постройте лунный колодец. Ой-ой-ой. Самое время сейчас. Все склевали. Доверься мне. Готов. Давай, ну. Все, Данпел убиваем. Видите, всему свое время. Хорошо, что не полез. Так спокойно прокрепился. Отлично, бонобер на 2. Дима 6. Берем отсюда виспов. Всех. Всех, я сказал. И вот сюда вот. Добиваем. А третья химера это должно было быть. Ага, вот оно. Отлично, полечил медведя. Прям топич. Палыч 6. Резурект. Так, сверху. О, это тоже Данпел. Слушайте, как вовремя. Он открывает мне доступ большому количеству ресурсов. Резурект, правда. Ну кого тут резуректить? Решительно некого. Медведя, наоборот, сдавать нужно. Патмута с третьей ауры. Надо юзать. То есть химеры нужны, по идее. Ну, пригодится в лейте. Я бы сбегал, затарился бы. Тут бы по базам прошелся. Ботинки еще по тьме нужно брать. Бутыльки ненужные выкидывать. Что с гиппосами делать? Ну склюй парочку, ладно. Ой, корону выкупил. Да, бегают блэкмастеры всякие, выкупают короны. Мое сердце, вы должны действовать. Амулет не нужен. Ну, можно, конечно, варды поставить. Потому что просто можно поставить варды. Наши воины вступили в бой. Я готова. Это плохо. Путь.
Стоп. Мы готовы нанести. Данпел-то отстраивается, ё-моё. Не хочу юзать. Хотя... Давай. Быстрее. О чем вы против? А почему я когти не отдал демону? Это же топич. Какая там подмаз с когтями? Дима должен вообще не эти, не короны искать, а именно когти. Потому что ему хп-то не нужны. Он и так от паладина будет получать свою дозу плюс 600 каждые 5 секунд. Ой, еще корону выкупил. Как тебя звать? СМФ. Ясно. Так, а я вот Данпила убил, а нычки не поставил. А Данпил отстраивается, как вы видите. Не сдается. Правильно, так и надо. Героев отстроил даже. Доверься мне. Наши воины вступили в бой. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. Быстрее. О чем вы просите меня? Мы должны вступили в бой. Я готова. Мы готовы. Быстрее. Все, поэтому ставим, ставим. Жук там свернулся. Здесь тоже есть. Нага тоже минус. Шестая потма. Все очень, очень, очень даже неплохо. Арба хорошая. Но у Блейда такая уже есть. Ну, в смысле, есть уже арба. Так, давайте под мемы как раз аурные штуки передадим. Бегу сюда. Это раз. Данпел, видите, какой хитрый. Палец в рот не клади. Выберите другое место. Надо как-то сейчас лимит освободить. Убить, скорее всего, трех медведей. Это как раз на 2,5-3 базы. Ну, 2,5 скорее. Хватит. И постоянно-постоянно смотреть, что по центру. Купили. Мне неведом страх. Буду ждать. Я готова. Данпел потерпел поражение. Хорошо. Значит... У нас раз, два, три. Здесь запускаем сову. Проверяем, кто по центральным. Тут пока разрешают, стоим, ждем. Арбу, кстати, тоже особо не нужно делать Диме. Ну а зачем она? Ой, я про грейды забыл, 3-3 же. И вообще про много чего забыл. И этот грейд, и этот грейд. И дриадок можно тоже сделать. Деньги есть, толку нет. Дозаказать. Сюда тоже дозаказать. Быстрее. Готово. Кольцо плюс 3. Чушь. Исследование завершено. Ничего нет. Два тапка у Патмы. Ой, слушайте, действительно два тапка у Патмы. Нужно действовать. Четыре тапка у Патмы. Да-да-да. Патмы это лишнего, конечно. Золотой рудник скоро иссякнет. Исследование завершено. Приказывай.
выпадает такая чушь. Хорошо. Пролетели, ни у кого центральных баз нет. Это очень хороший сигнал. Продакшена бы... Почему продакшена бы пилить вот здесь? Еще деревьев, главное, на NTR добавить. Мудрость лагает. Почему он опс еще и лагает? Да ладно, заметил. Я что-то в чат не смотрю, сори, пацаны. Готово, готово. Исследование завершено. Готово. Готово. Исследование завершено. Да, заказываем. Немного деревьев. Приказывай. Готово. Что ж там, виспов-то я перестроил. Мы должны действовать. Готово. Хватит. Не, еще немножко. Все, вот теперь другое дело. Сейчас у нас пачка. Просто пачище. Из деревьев. Еще рунные браслеты, кстати, есть. Блинкдаггер вообще мне не нужен особо. Я бы под Мия брал как раз рунные браслеты и корону королей. Готово. Мы должны действовать. Так, здесь одного виспа ок, готово. Здесь не хватает вообще виспов. Готово. Ну, химеру грозите, чего тут? Грозите химеру. Раз денег нет. Мой клинок жаждет крови. Вот реально, как, откуда, где деньги? Где не деньги, где армия вообще? Где вот армия? Мы должны действовать. Готово. Ну просто, ну что это такое? Готово. Фигня какая-то. Исследование завершено. А не армия. Готово. Приказывай. Мне не верно. Я готова. Хочется готово. Идти людей убивать, а как бы... И закупаться хочется. О. А за кого играет арма? Ну, по-хорошему. Готово. О, yes, наконец-то. Ничего себе у него там. Кажется, он и есть орк. Приказывай. Наши воины вступили в бой. Мое сердце жаждет битвы. Мой клинок жаждет крови. От гад, а? Мы должны действовать. Мне неведом страх. За орка, говорят. Ну вот, отлично. Час настал. Так, давай-ка пронумеруем еще деревья разные, чтобы можно было дозаказать сразу там 5 виспов, скажем. Так, раз взять и дозаказать. Ну и опять ничего. Ну вот что это за девайс? Где когти плюс 15? Где короны королей? А у армы-то бабла немерено. Золотой рудник спорился. Он же наверху еще базу поставил. Мое сердце. Так, плюс 5. Богиня согласна. Давай. Действительно возьмем кольцо плюс 5 под меп. Тоже, чтобы паладин хорошо страфол лечил. Нельзя было так просто взять и пробить. Приказывай. Доверься мне. Готово. Нужно действовать. Готово. Появилась какая-то вообще не очень арба. Мы должны действовать. Доверься мне. Ой, тапок. Я под меня так и не продал тапок. Господи, откуда столько тапков вообще? Я продаю их, продаю, они все остаются и остаются. Приказывай. Мой клинок. Опа, здесь СЛАй. О-о-о-о. Аккуратней давай. Мы должны действовать. Я готова.
просто время трачу, теряю. Нужно действовать. Героев надо качать. Доверься мне. Приказывай. Готово. Мне неведомо. Быстрее. Внемлю вашим словам. Амулет маны опять. Что ж ты будешь делать-то, а? Мы должны действовать. Нужно действовать. Готово. Готово. Настал. Готово. Готово. Хорошо. Мой клинок. Доверься мне. Жаждет крови. Отлично. О, нет, 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 нет. 6, 8. Ну вот, пожалуйста. Мой клинок жаждет крови. Зато мне сейчас есть. Приказывай. Нужно действовать. Быстрее. Ой. Мы должны действовать. Готово. Чувствуете, как все плохо-то? Золотой рудник обрушился. Мне неведом страх. Мы готовы нанести удар. Вперед. Мы должны действовать. Мое сердце жаждет битвы. Дима, держись. Молодец. Мне неведом страх. Настал. Эаморные. Быстрее. Готов. Готов. Внемлю ваши слова. Доверься мне. Готов. Богиня согласна. Нужно действовать. Жаждет крови. Приказывай. Час зря. Настал. Приказывай. Я две ульты отдал. Час настал. Мы готовы. Я считаю. Выберите другое место. Мой клинок жаждет. А тут опять ничего. Ну только пайпа есть. Пайпу взять можно. Ой, ну что ж ты делаешь-то, ну? А вот сало, да, сало это проблема. Мы должны действовать. Мне неведом страх. А чем вы против? Сейчас настал. Быстрее! Нельзя. Так, собрались. Чё собрались-то? Нам нужно идти и... кого-то убивать. Причём делать это быстро. Мы должны действовать. Я готова. Давай разведочку. Готово, готово. А там кто был? Готово. Хуман? А, нет, орк. Выхожу из лимита. Там орк. Знаете, орк. СЛА, который как раз за Таркой занимался. Я делаю медведей. Потому что резурект есть. Ну, потому что против орка как бы особо-то и... Хотя можно сделать парочку фейриков. Но восьмой таурен, у него столько маны. Капец. Три амулета маны у него. Мерки полетели, все таким. Эаморные. У нас мало времени. Ну посмотрим, что там СЛАЙ насобирал. Нужно действовать. Мое сердце жаждет битвы. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. Доверься мне. Мы готовы. Меня будить. Доверься мне. Мы должны действовать. Мое сердце жаждет битвы. Вперед! Вроде нормально все. Я готова.
Мне не ведом страх. Доверься мне. Клинок. Готов. Крови. Мое сердце жаждет. Золотой жизнь опустрее. Не вывожу слова. Мне не ведом страх. Приказывай. Так, Крео ливнул. Мы должны действовать. Будем воскрешать? Наверное, не стоит. И вот, скорее всего, надо было сразу идти. Сразу идти на этого орком. Как раз ради экспы. Периодически, конечно, можно выбираться в центр. Ну и ясно. Там 8 косарей. Не хотелось бы терять. Там батки еще прилетели, судя по всему. Ага. Еще контролит, понимаете? Священная роща осквернена. Золотой рудник скоро иссякнет. Тут кольцо защиты плюс 5. Так себе девайс. Уже в пути. Мы должны действовать. Он еще идет. В атаку. Наши воины вступили в бой. Быстрее! Мне не ведомо. Надо ману высасывать Таурена. Постоянно. Надо здесь защищаться. Возможно, виспов сделать. Эту базу, возможно, тоже стоит. За нее стоит посражаться. Мы должны действовать. Хотя в ней должно остаться было 3 косаря. Можно, знаете, что сделать? Оставить 2 химерки. Готово. Готово. И на случай, если он просто нападет... Как же мне гиппогрифы эти мешают, а? Едят и бестолковые. Настолько, насколько это возможно. Так, это дерево убираем из биндов. Выкапываемся. Идем сюда. Но герой у него в лейте тоже великолепный. 2 алхимика, Таурен. Массовая продажа. Надо с Маунтин Джайантами что-то думать. Смотрим, что дальше. Час настал. Ну и ясно. Дурахакана. Зря я химеру увел. Зря. Мы должны действовать. Можно, конечно, с Димкой. Час настал. Или со Старфолом. Да, давай со Старфолом. Давай с Димкой, со Старфолом. Давай в самую кучу. Покуси меня. Да, отфокусит ведь. Ай. Надо было кольцо ей передать до того, как я пустился в пляс. По центральным стреляем вышкам, чтобы сплэш максимизировать. Мы должны действовать. Можно резурект сделать. Мне не ведом страх. Бачку за честь. За веру и народ. Как прикажете? Приказывай. Внемлю вашим словам. Мне не ведом страх. Давай. Мало приказывай. Зачем вы просите меня? Внемлю ваши слова. О чем вы просите меня? Смерть неверной! Реген, конечно, дичайший там идет. Мое сердце жаждет битвы. Просто дичайший. Никто не уйдет живым. Я не вашу славу.
слова. Золотой рудник скоро иссяк. О чем вы просите? Быстрее! А, ну да. У нас тут химера же еще. Выберите другое. Хорошо. Есть. Ну, получили много уровня, много экспы. Отвоевали пару баз. Не столь принципиальных, но отвоевали. Сейчас возвращаемся. О чем вы просите? Передаем вот так вот, забегаем вот так вот. Передаем подмет. Подма пьет. За эту базу, скорее всего, придется сражаться. Ну, самое опасное, конечно, арма будет. Он и с опытом соло игры, и в свои расы попался, поэтому будет. Тем более, это он уже. Вампиризм? Да? Нет. Вампиризм? Нет. Не поможет мне вампиризм. Будет готово. Так, база здесь есть. Давай химерок пустим. Раз он... Быстрее. Чашу возьму. Тауреновскую. Но земля вообще лесом идет у меня. То есть медведи продаются, стомп дичайший от Таурена. То есть нужно, скорее всего, брать и МГ делать. МГ с, возможно, с дриадами, но они тоже продаются. А МШ поможет против Торина, я слышал. Врут все. Врут. Мы должны действовать. Уже в пути. Так, давайте вот здесь полетим так. Так, 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 так. Мой клинок жаждет крови. Потму не взял с собой. Внемлю вашим словам. Мы должны действовать. Быстрее! Час настал. Я жду ТП. Ух ты, а вот это П. Нужно действовать. О чем вы просите? Час настал. Золотой рудник. Там сало хорошее еще у него. Почему не делаю по КД Бьорн? Вот ума не приложу. Наши воины вступили в бой. Мне неведом страх. Мой клинок. Внемлю ваши слова. Крови. А делать надо. Мы должны Ману-то он так быстро не восстановит. Мое сердце жаждет битвы. Настал. Доверься мне. О чем вы просите меня? Мой клинок жаждет. Внемлю ваши слова. О чем вы просите? Вот это плохо. Мое сердце жаждет битвы. Как прикажете? Будет исполнен. За веру и народ. Нужно действовать. Мне неведом страх. Будет исполнен. Так, а здесь отбился он, да? Ну, а чего ему не отбиться, правильно? Будет исполнен. Чего ему не отбиться? Дуэлов не хватает. Так, ну тут, в общем-то, мы... Вот здесь, наверное, надо Мунвелла пилить. Выберите другое место. Как-то так. Но... Это ясно. Доверься мне. А дальше-то что? Дальше надо с непродаваемыми юнитами, вот с такими, затарить по максимуму героев. Харасить по возможности его. И отдаваться, главное. Некуда класть. Быстрее, чем вы просите. Час настал. Что там продается? Ничего не продается. Капец. Жаждет крови.
священная роща осквернена. Да, это дичь просто. Мы готовы нанести удар. Вперед! Да брось, нет, не надо. Надо сову вызывать постоянно. Да хорош. Священная роща осквернена. Вообще дичь. Мы готовы нанести удар. Готово. Сову вызываем. Совой летаем. Готово. Готово. Тут бегает кто-то еще. Готово, готово. Такой бутрайдер дикий. Прям вот вообще совсем. Да, Таурен с Блинкдаггером это дичь. Мы должны действовать. Час настал. Как мне его можно... Мой клинок жаждет. Так, давай здесь проход сделаем. Мы должны полезешь, что ли? Нужно действовать. Приказывай. Готово. Готово. Надо МГ, таунты и... Готово. Да. Против готово. Таких героев по-другому будет сложновато. Урахакана. Внемли ваши слова. Час настал. Священная роща осквернена. Будь я прав. Доверься мне. Нужно действовать. Готово. Готово. Я готова. Вперед! Быстрее! Богиня согласна. Священная во имя богини! Пусть! Давай, таун, стомп. Ее, как я подгадал-то, хорошо. Жаждет крови. Мое сердце жаждет битвы. Мы должны действовать. О чем вы просите? Готово. Мы готовы нанести. Ну, Палыч, ну. Молодец. Готово. Готово. Ой, вот это плохо. У меня телепорта нет, оказывается. Мне неведом страх. Мое ну. Готов. Приказывай. Землю вашу слова. Готово. Мы должны действовать. Ну, нормально. Если б я в конце не налажал, то вообще отлично. То есть он без маны. Кастеров подбрили его. Жалко, резурректить-то все дело нельзя. Ну, ничего страшного. Надо только сделать еще какую-то тему для отвлечения внимания. Мне неведом страх. Да, батки готовятся. Внемлю ваши слова. О чем вы просите? Ох, есть корона. Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. Я готова. О чем вы просите? Давай. Мне неведом страх. Доверься мне. Корона, когти плюс 15 еще есть. Мы готовы нанести удар. О чем вы просите? Доверься мне. Мое сердце жаждет. Нужно действовать. Мне неведом страх. О чем вы просите? Мы готовы нанести удар. Богиня согласна. Слова. Час настал. Нужно действовать. Мне неведом страх. Будет исполнено. Так, ну у него нет уже маны. Мое сердце жаждет битвы. Урахакана. Чем могу помочь? Мы должны действовать. Священная роща осквернена. О чем вы против? Час настал. Да, маны у него уже нет. Мы готовы. Внемлю ваши слова. Ну, нет. Это хорошо было. Путь. Стафов нет, до свидания. Ах ты, смотри, какая. Хорошо. Значит, какая у нас задача? Задача у нас простая. Передаем, во-первых, корону Диме. Ой, эти Диме. Да и корону Диме. Тут надо было срочно просто брать по тьму. Тут мы... Это кто такой? Ну, ясно. Мы должны действовать. Давай сюда. Я не буду этого юзера агрить. Он мне ничего плохого не сделал. А-а-а.
ХП у тебя нет, Миш. А давай вот так вот делай сразу. И пошел, наяриваем. Я жду телепорта. Беру дрыны. Есть типа потма. Биваем нычком. Но ему ману восстанавливать очень сложно. Вот в чем сложность главная. Биваем эту базу. Какой Дима дикий вообще. Так, вы сюда. Ты попробуй сюда. Сомневаюсь, но тем не менее. ТП возьмем. ТП обязательно. Арбу можно продать. Да нет, арба хороша. Отмы 14. Нет, арба не нужна. У Батмы, посмотрите. 8 плюс 14 с половиной армора. 22 с половиной армора. Редьюс 58. Давай, как говорится, нападай. У Батмы еще, кажется... Нет, ничего больше нет. Надо сейчас у армы вторую вот эту вот базу центральную покоцать по возможности. Но вряд ли он мне ее так просто отдаст. Но попробовать на халявку-то можно. Да, не будет он. Давай сразу сделаем вот так вот. Блин, как больно. Реально больно. Там 700, блин, 700, понимаете, 700 маны у Таурена. 700. Да ну нафиг нужно это все. Злые вы. Уйду я от вас. Так, ну прикольно, чё. Патман, даже несмотря на свой армор дикий, спасовал им. Мое сердце жаждет битвы. Так, а здесь хорошо. Быстрее. Что юзер типа нерасторопный. Доверься мне. Проводим, проводим, проводим. Отпиваемся так. Отпиваемся так. Так, так. Нужно действовать. Сову, 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 сову обязательно. Смотрим, где арма восстанавливает. Ах ты, эльф тут еще вышел. Так, надо срочно делать. Брать ТП. И тебе будет воевать еще здесь. Это важная база. Вроде ТП у меня откатился. Ой, в смысле, этот ультимейт откатился. Мой клинок жаждет крови. Так, какая задача? Задача какая? Ультуем, пацаны. Я ультую, я тебя ультую. Раз, два, три, поехали. Раз, два, три. Неплохо. Было еще ставы поделать. А, хорошо. Пожадничал. Пожадничал. Ну, пожадничал зря. Надо уже вставлять виспа на этих. Тихо, 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 тихо. Не убей. Где став, ее мое? Будет исполнено. Приемлю ваши слова.
Да, без стафов. Ой, сейчас еще этого могу потерять, блин. Нет. Беги, паладин, беги. Оп, оп. Давай нападай. Не хочет. А других юнитов нет смысла строить. Ну, ясно. И вот этот вот упырь с 5-6, блин. Сейчас мне будет еще рассказывать, как... Черт возьми. Мы должны действовать. Дима, Дима, Дима. Может, Палычем переучиться на третий этот? То мне диван-то первый, в этом проблема. Да, наверное, стоит. Армор-то, конечно, важен. Резурект отменить. Быстрее. Мне неведом страх. Доверься мне. Давай попробуем. Что там продается у нас? Ой, коронка. Блин, кому? Кому как? Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз. О, нет, ТП для слабаков. Корону возьмем. А когти какие? Когти плюс 6, понял. Ну что, уважаемые, ё-моё. Мы должны действовать. У нас проблемы. Там 1000 маны у Таурена. 1000! 1000! Я в шоке. Кстати, эмоляция хорошая тема, она уже же вторая. Моё сердце жаждет битвы. Сейчас беспредела будет побольше. Мы готовы нанести удар. Меня настораживает, что эльф снизу отжирается. Причем он так серьезно отжирается. Мы должны действовать. Нужно действовать. Ладно, возьмем ТП паладину, давайте, а то я что-то не хочу вот прям, прям вот, вот так вот, совсем уж. Какая задача? Моноберн в Таурена. Сплит. Без устали. Давай ультуем раз. Тут два. Доверься мне. Сплит отличный. Нужно пошел. Я готова. Мы должны действовать. Мне неведом страх. Мой клинок жаждет крови. Эй, а чё так, чё так больно-то? Ё-моё! Как так вообще? Я того подлечил вообще. Твою ж медь, ну как так-то? Не, Димону нужно... Нужно колечко. Нужно колечко плюс 5. Чтобы тоже динамика была, блин, хорошая. Просто у него отнимают больше жизни, чем он... Так, давай-ка... Так вот, наверное, да? Тут защита плюс 5. Рунные браслеты гуфы. 1000 ман, это 1000 вообще, 1000! Не, ребят, на самом деле, серьезно... Все просто потому, что снизу же еще жельф, понимаете? И он пока мы тут... пока я тут отдаюсь, бабло собирает. А бабло это все, это власть, говорят. Так, ну давай тогда вот так вот. Так. Так, Дима, я вот думал, что ты как бы поплотнее будешь. Че слово. Надо либо корону, либо еще кольцо. Ну вот, посмотрите, вот. Ну и чего, я не могу сейчас второй фронт открывать. Понимаете? Просто не могу. Не могу. Мой клинок. Мы готовы нанести удар. Ой. Давайте проверим, какое, какая армия у того. Приказывай. Быстрее. О чем вы просите меня? Ой, мне неведомо. Я буду жить до уль... от ульты до ульты. Крови. Все, по-другому. Приказывай. Можно взять, Дарить. Конечно, ауру. Нужно о, тайминг.
Т, значит тайминг. Хаб сейчас тоже смотрит, ухмыляется. Типа, вот, посмотри, он сейчас одновременно нападет. Мэд Ламмер надо замочить просто. Есть из модераторов кто-нибудь? Что-то там молодежь распоясалась. Да, тут война. Тут война. И смотрите, он три лавки, чтобы ману регенить. Чтобы побольше было бутыльков и прочего. Хорош. Ну это тайминг. Просто тайминг. Я на вторую базу бы сходил. Да у этого герои такие, что забей. Не представляют они серьезной угрозы. Готово. Так что, наверное, сначала нужно арму убить. Следим за ТП. Готово. Я готово. Постражался даже здесь. Мне не верят, страх. Мы готовы нанести удар. Готово. Готово. Богиня согласна. Не, вот, Starfall не буду пока делать. А вот, сейчас буду. Раз, два, три. Никто не уйдет живым. О чем вы просите? Диму фокусить просто, гад. Быстрее. Мне не верят, страх. Мы должны действовать. Пуля Хатана. Мое сердце жаждет. Нужно действовать. А Дима-то удар держит. Мое сердце жаждет битвы. Мы готовы. Пока еще. Блин, там столько. Нужно действовать. Готов. Столько. Я в шоке просто. Сколько тут всего. Готов. Маны много. Я готова. О, все. Тихо. Тихо. А, хорош. Так, ладно, все. Телепортируемся. Не так вроде неплохо. Тут поубивали. Ой, ты куда? Ты вообще не очень. Поубивали нормально. Да я вам говорю, нормально поубивали. Выйдешь отсюда, Димон? Димон выйдет. Че дальше? Дальше сюда передислоцироваться надо. Немножко подлечимся, благо Мунвелла есть еще пока. Чуть-чуть Мунвеллов есть. Такой настоящий эльфийский город. Можно попробовать выкопаться здесь. Поставить вот так вот. Сколько здесь осталось? 6 косарей. Да за 6 косарей! Знаете, на что я способен за 6 косарей? Мне не ведом страх. ТП надо купить. Готово. Вот эту штуку убьем. Еще протектор поставим. Внемлю вашим словам. Мое сердце жаждет. Ой, талончик, кстати, парочку. Чисто для Фейри Фаера. Было бы очень неплохо взять. Готово. О чем вы? Вы правы. Ну вот, вы вместо одного МГ трех талонов сделать, четырех. Прям топич. Сейчас мы посадим здесь деревья. Если успеем. Нужно действовать. Ну, Димон, ну... Все, это атака... Бешеная атака. Прикольно, деревья. Ты хорош. Слушайте, а может быть и нет. Ну его тут много, понимаете? А мне не очень. Димон, назад, назад, Димон.
Ну что, держимся? Такая Властелин колец, ё-моё. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-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 тихо, я говорю. Аккуратненько. Воу-воу-воу-воу-воу. Да вообще жесть тут творится полная. Ну что, может Диме ультовать? Ну, там, на самом деле, у него уже мана заканчивается. Это у Рена. Поэтому, может быть... Ой, продает. Не, не продает. Да мало его. Но он лезет, блин. Умрет? Хорош. Хочется добежать до этих, да. Нужно действовать. Он не продает уже здесь. О чем вы просите меня? До Мунвеллов хочется добежать. Еще одного потерял. Быстрее. По имя света. Приказывай. Хорош. Вот это очень хорошо сейчас пошло. Нет, 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 Дима, не туда. Он там еще как-то жил, вообще. Так, ну хоть Дима отхиляется. Он же будет продолжать давить, правильно? Таурен отдался, ну как бы это... Это плановая сдача Таурена. Сейчас у него прилично так. В общем, я хочу сбегать сюда вот. И сюда вот. А тут держаться героями. Потма, держись. Сайленсы вовсю, просто... Он ломится, он ломится. Наламывается. Что мне с ним сделать? О, хорош. Патма танчит. Таурена ману. Продолжаем высасывать. Мы должны действовать. Мне неведом страх. А давай ультанем лучше. Внемлю ваши слова. Нужно действовать. Богиня согласна. Вперед. О чем вы просите? Приказывай. Мы готовы. Мне неведом страх. И тут МГ здоровый возвращается. Да. Уж. Мы должны. Герои, конечно, топовые. Как ладно, давай палочем восстановимся. Будет исполнено. Нужно действовать. Попробую под мой. Но напомню вам, уважаемые, там же еще я готова. Эльф с практически анлим ресурсами. Я готова. Нужно действовать. Мы должны действовать. Так что не стоит. Недооценивать. Доверься мне. Ладно, давай я кольцо готова. Хотя бы возьмем. Одна база у нас работает кое-как. Нормально работает. У армы должна закончиться эта уже база была. Ну или там полторы где-то тысячи должно быть навскидку. 2400. То есть мы угрожаем этой нычке. Ну, это последняя добывающая у него. У него, конечно, есть грабеж, возможно, какие-то периферийные. Ой, да ладно. Мы готовы нанести удар. Неаморные. Внемлю ваши слова.
Да ладно. Да стой. Ну, опять 25. Ну что ж ты делаешь-то, Михаил? Где диван-то? Где диван, ё-моё? Бей ему базу просто и все. Чё ты как не свой? Богиня согласна. Просто мочи ему базу. Доверься мне. Мне неверен страх. Я готова. И все, и вали отсюда. К чертям. Нужно действовать. Все, тебя нет, ты спрятался. Наши воины вступили в бой. Ай, ну и опять, конечно же, Василий, который остался. Он, да. Красавчик. Ну, Дима в привычной таверне появляется. Он уже там постоянный клиент. Нужно действовать. Не привыкать, в общем, ему. Мне неведом страх. Предлагаю задуматься. Быстрее. Да не, надо сначала арму добить. Да точно надо добить его сначала. Прям соточка инфа. С его героями приходить на мейн и мочить его. Только во время сражения надо сначала нажать на D. Сначала на D, надо запомнить этот момент. Очень важный момент. На D сначала нажать, чтобы был Divine Shield на 48, блин, секунд. 45 секунд. А потом уже вот весь фарш вот это вот остальное. Подходишь. Да и вперед. Высасываешь тут. Я готова. Мое сердце жаждет битвы. Мы готовы нанести удар. Доверься мне. Давай, 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 давай. Постоянно, моноберно, моноберно, постоянно. Внемлю вашим словам. Пусть он там вот пробует восстановить. Хорошо, я на мейн пошел. Быстрее. Мне неведом страх. Мы готовы нанести удар. Ой, только потма тут вообще не очень. Дим, давай форму, а? Чтобы подольше пожить. Сало прошло. А, не-не-не-не-не-не-не. Телепорт, телепорт, скорее, 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 скорее. Убегаем, убегаем, убегаем. Ну и, конечно, два Василия на этот раз. Спрашивается, зачем я прихожу и отдаюсь? У меня не такой план был изначально. Я должен был приходить и убивать. Но почему-то руки кривые. Не, на самом деле я сейчас просто пришел, когда диван закончился. То есть, ну, грамотно отступил, подождал, когда эти 45 секунд пройдут. Да, наполучал моноберных, но в конце концов-то оказался прав. О, часик крабиков ставит, любит меня. Любит, любит. Быстрее. Внемлю ваши слова. Но не уважают иногда. Приказывай. Надо запомнить. Лефтер, нет, Алис. Ага, понятно. Мой клинок жаждет. Ну, продолжайте, продолжайте. Приказывай. Так, и... Мы должны делать. Что делать там? Что делать, быстрее. Что делать? Настал. Арму убивать. Приказывай. Доверься мне. Прям убивать без ТП. Крови. О чем вы просите? Приказывай. Нужно действовать. Давайте посмотрим. Мы готовы нанести. Короны, не короны. Не короны. Он, да, собирает последние ресурсы. Строит Виверн. Мы должны действовать. Ту-ту-ту-ту-ту. Получилось там сварить? Тогда отлично. Тогда мы сегодня пораньше закончим. Да, кровать дособирать будет. Мы готовы нанести удар. Мой клинок жаждет крови. Быстрее. Нужно действовать. Мы должны действовать. 10, 10, 10.
вот так подмывает меня сходить к этому. Вообще можно паладину взять инвульчику такой вот большой. Да куда ж ты лезешь-то, ёшки-матрёшки? Только я подумал тебя оставить в покое, нет, лезет. О чем вы просите? Вот гад. Вот гад. О чем вы просите? Нужно действовать. Я готова. Боги не согласны. Клинок. Землю вашу славу. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. Неведом страх. О чем вы просите? Мы должны действовать. Приказывай. Мое сердце жаждет битвы. Хм. О чем вы просите? Наш герой. Не на ваши слова. Ай. Нужно действовать. Доверься. Мое сердце жаждет битвы. Наши воины вступили. Беги! Ох ты! Мне неведом страх. Погиб наш герой. Внемлю вашим словам. За веру и на... Ладно. Мне неведом страх. Убивает он мне еще. Ну, короче, я поубивал кастеров, но потерял два героя. Два героя, но... Ну, жалко, конечно, такого левела героев давать. Он сейчас снова восстанавливается, у него нычка закончилась. О чем вы просите меня? 10 раз одно и то же. А что еще делать-то? Так и надо. Запас по деньгам есть. Единственное, что надо одного героя воскресить, другого в таверне взять. И пару новых алтарей построить. Фейрика взял. Против орка? Против виверн? Такой ты вообще, турели, умный. Я в шоке. Нужно действовать. Как прикажете? Доверься мне. Мне неведом страх. Почту за честь. Мое сердце жаждет битвы. Так. О чем вы просите? Ждем Димку. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите меня? Инвул Димки, да, можно. Но маленький все равно не поможет. Хотя в этой бы ситуации помог. Но у него свободных слотов-то особо нет. Когти плюс 15. Еще вот так вот меня провоцирует. Мне неведом страх. Я готова. Будет исполнено. Как прикажете. О чем вы просите меня? Просто провоцирует. Я не хочу ее покупать. Можно взять... можно Димке, в принципе, кольцо передать. То есть главное же, чтобы Дима жил под ультой, правильно? Кольцо защиты плюс 5 как раз и продлевает... Ну, повышает эффективность ХП, соответственно, хил, который идет. Он прям хорош. Я же хотел еще дамаг, понимаете? Хотелось мне дамагу в ультимейте. Арба опять же есть неплохая, замораживающая. Ой, кстати, добычу-то надо возобновить, тут хотя бы косарик добыть. Мы должны действовать. Я готова. Наконец-то. О чем вы просите меня? Может, ботинки сдать? Нужно действовать. Так, хорошо. Готовы нанести удар. Значит, Патма у нас получает когти. А Дима получает кольцо защиты. Good job, эльф. Да, эльф там разъелся, хорошо. То есть надо посмотреть его микс. Мы должны действовать. У эльфа там дохрена. Но у него герои фиговые. Будь я проклят.
Там два дредлорда и рейнджерка. Но он мог такой уже лимит настроить. Мне не ведом страх. Мы должны действовать. Приказывай. Мы готовы. Вроде в размен пошел. Мы должны. Но мне эта база, в общем-то, не нужна, если честно. Да и дальше он не прошел, как видите. Быстрее! Доверься мне. Приказывай. Так, смотрим, где арма. Приказывай. Мой клинок жаждет крови. Мое сердце жаждет битвы. Следим за ТП. Внемлю ваши слова. Настал. Мне неведом страх. Опа, опа, опа. Вон. Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. Нужно действовать. Клинок жаждет крови. Так я и вижу. Богиня согласна. Мое сердце жаждет битвы. Мы готовы нанести удар. Мне неведом страх. Быстрее. Я готова. Мое сердце жаждет битвы. Нужно действовать. Мне неведом страх. Лучше враг. Мое сердце жаждет битвы. Настал. Я готова. Мы должны действовать. Быстрее. Доверься мне. Час настал. Мне неведом страх. Мы должны действовать. Мое сердце жаждет битвы. Быстрее. Ай. Сейчас сало будет. Блин, уже шаблон один и тот же, но... Нормально, но все равно сейчас был сверхплюсовый размен, на мой взгляд. Потому что мы наубивали у него базу, где-то половинку с лимита. Маны высосали. Но конец все равно один. Левая, говорит Алис. Так, хорошо. О чем вы просите меня? Хорошо, хорошо. Рейнджик шестаем. Мне неведом страх. Я готова. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю вашим словам. Мое сердце жаждет битвы. И Дима сейчас с кольцом же еще плюс 5 работал. То есть он... Был еще плотнее процентов на 20. Мне неведом страх. Мы готовы. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю ваш. Ждем Диму, там все равно ультимейт в КД. Его мало осталось, совсем мало. Там, правда, кастеры слева должны были где-то быть. Лавки отстраивают, потому что маны нет. Ну как, она есть, но недостаточно, видимо. Ой, слушайте, у меня я есть готова. Мысль. А, нет, там варды. О, а вот эльф. Бладласт, химера, гиганты. Мне неведом страх. Давай выйдем из лимита тогда. Мое сердце жаждет битвы. За веру и народ. Тайминг, кстати, неплохой весьма. Не, давай лучше МГ. Все-таки выходим из лимита. Как прикажете. Будет исполнено. Не, лучше дриадами, потому что резурект есть. Мне нужен Дима. Будет исполнено. Без Димы такой лимит не убить. Священная роща осквернена. Мы должны действовать. Это тарма. Так, ну я тогда просто эльфу пойду базу убивать. Раз такая хрень пошла. Не будем добывать. Ну, раз он решил уже себя проявить. Раз, два, три, четыре, пять,
должны действовать. 6. О чем вы просите? Привет. ТП, да? А сразу страфульчик. Быстрее. Я надеюсь, что у него просто нет этого. Не, сало, сало он прожал. Снова телепорт. Ну, диспл, сделайте. Ну, диспл, дриады. Ваш уж налево, там уже отпустило. Слип. Резурок не сделал. Приказывай. О чем вы просите меня? Как привет. 2vs1gg? Это он пишет 2vs1gg? Красавец. Пол игры сидел, на него никто не нападал. Сейчас, конечно, вообще, как меня такие... 2vs1. Спецом его вообще никто не трогал. Никто его не трогал. Я в шоке просто. 2vs1. Ничего, что нас трое тут полчаса играло. Мы воевали, а ты там сидел. 2vs1, господи, 2vs1, он пишет 2vs1. Кадр, конечно, кадр. Просто кадр. У 2vs1. Что тут ничего не сделать, ребят. Оказывается. Внемлю ваши слова. Что случилось в наших кровь. Давай, козочек. Сейчас лимит сделаем. Чтобы было невыгодно продавать. Ну, то есть, чтобы не критично было продажа 2-4 дриад. Что случилось в наших местах? Так, здесь ставим так. Ну, хоть как-то, чтобы прикрыть. Ой, да ладно. Не-не-не-не. Да, ё-моё. Раз, два. Давай. Старфол. Здесь. Ну, блин. Ну, Палыча... Да твою ж медь, где там... Как же мне... Дриады там толпились, нифига не делать. Ну, давай быстрее, из таверны выходи. Мое сердце жаждет битвы. Поехали. Блин, как там много-то народу. Фатма, держись. Ну, конечно, в путь. Нет, ну, блин. Да это капец. Как я тут... Как я тут вообще... Мы должны действовать. Ну да, сейчас еще раз Дима умрет. Привет. Красавчик. Ну что, я не контролю. О чем вы просите меня? Наши воины вступили в бой. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Как я люблю. Собирайся. Готово. Чем шумят деревья? Привет. Быстрее. Что случилось в наших лесах? Внемлю ваши слова. Все воины вступили в бой. Мы готовы. Роща. Быстрее. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. Час настал. О чем вы просите? Мы должны действовать. Я готова. Приказывай. У меня там маны не осталось. Главное сейчас... Мое сердце жаждет битвы. Неоморные. О чем вы просите меня? Мы готовы. Доверься мне. Мне неведом страх.
Мы должны действовать. Как я вижу? Что произошло? Мое сердце жаждет битвы. Как прикажете? Красавчик. Привет. Не оставлять следов. Привет. Шумно, словно рысь. Час настал. Мы готовы нанести удар. Мой молот укрепит вашу веру. Доверься мне. Вообще найс. Что-то конвейер какой-то идет. Что случилось в наших лесах? Привет. Недостаточно мало. Шумшины от деревьев. О чем вы просите меня? Истоверны. Выходим. Резурект можно? Привет. Нужно действовать. Что случилось в наших лесах? Мне не ведом страх. Почту за честь. О чем шумы от деревьев? Час настал. Не-не-не-не, нет! Да дурында! О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Мы готовы нанести удар. Что случилось в наших лесах? Нужно действовать. Землю вашу голову. Я готова. Разваливаемся. Путь. О чем вы понемножку, да? Наконец-то! Что случилось в наших лесах? Приказывай! Привет! Мы мое готовы. Сердце жаждет битвы! Шумно от деревьев! Шумно, словно рысь! Жаждет крови! Мне приважны слова! Почту за честь! Есть, убил! Мы должны здесь. Привет! Так, а теперь... Фух. Фух. Это ок. Это ок. Мануэлла. Он меня столько раз убил. Если б не Мануэлла, это было бы просто жесть. Просто жесть. Проверяем вот эту базу. Так, дриады лесом идут. Надо проверить у него, в принципе, базы. Ну, вдруг там есть какая-то шальная. Вот это меня беспокоит. Нет. То есть это последняя, скорее всего. Окей. Хорошо. Давай тогда найдем его, не будем торопиться, добыча-то есть. Увидим, что у него за армия. Подождем двух Mountain Giant'ов, двух-трех Mountain Giant'ов. Что случилось в наших лесах? Дриады-то мне помогут, конечно. С одной стороны. Silence снимать, но их тут же продавать он будет. О, рейдеры идут грабить. Так, ну армия, вы видите, какая у него. Пойдемте рейдеров. Хотя я их все равно никак не соберу. Не заберу. Ну а чем я их цепану? Ничем не цепану. Мой клинок жаждет крови. Ох ты, смотри, какой. Час настал. Не, надо приходить и мейном убивать. Быстрее! Мейн, магазин и алтарь. Нужно действовать. Только так. Блин, а у него тут достраивается еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Три героя готовы. И мана полная. Капец, нельзя сейчас воевать вообще. Ой, нельзя сейчас воевать. Ой, нельзя. Чем вы просите меня? Мы должны действовать. За веру и народ. Да-да-да, я понял тебя. Быстрее. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо. Ладно, давай лучше телепорт. Я готова. Убедил. Быстрее. Да это капец просто. Откуда у меня деньги? Я в шоке. Даже я не знаю, что делать. Деревья выкапывать, в атаку идти.
Ну, вот здесь докачаем и, думаю, пойдем. Но там же... Там же рейдеры, они грабят, понимаете? Вот, вот эта вот хрень. Как ее остановить? Что произошло? Мы должны здесь. И как я думаю ее не остановить? Быстрее. Не, почему? Мы можем передать, например, арбу... Мы должны здесь. Мы готовы нанести удар. Богиня Патме. Почту за честь. И она станет неплохим... Ловцом. Не, на мейн надо. Нужно действовать. Раз он здесь, пошел на мейн. У него там алтарь, продакшн. Привет. А, вот так вот. Понял тебя. Испов сейвим. Я готова. Я сразу старфол. Все равно от него проку нет никакого. Так, он хотя бы вынужден будет сначала потерпеть. Он уже стелепортироваться. Где там Таурен? Я не вижу нифига. Нужно действовать. А чем вы против? Враги не согласны. Час настал. Священная роща осквернена. Наконец-то. О чем вы просите? Почту зачистили. Час настал. Мне не верен страх. Будет исполнен. Мы должны действовать. Быстрее. О чем вы просите? Жаждет крови. Мое сердце жаждет битвы. Почту зачистили. Землю вашу славу. Час настал. Мы должны действовать. Мой клинок жаждет крови. Вот, а сейчас чуть перегруппируемся. У него все равно там маны нет. Землю вашим словам. Час настал. Сайленс, окей. Мое сердце жаждет битвы. Так я иду. Мы готовы на них. Наши воины вступили в бой. Приказывай. Доверься мне. Землю вашим словам. Нужно действовать. Ну где? Не Паладин, твою ж налево, ты где ходишь-то, скотина? Конечно. О чем вы просите? Приказывай. На календар. Наши воины вступили в бой. Мы должны действовать. Приказывай. Действовать. Что произошло? Мы ждем Патму. Не, ну я тоже там поубивал что-то у него, кастеров каких-то поубивал. Опять, правда, героя потерял, но учитывая то, что у него и задача, собственно, этих героев убивать. Ну, лучше, наверное, не терять больше, мне так кажется. А, еще базу поубивал, да, алтаря у него нет. Алхимика, правда, не забрал, вот это плохо. Если бы алхимика забрал, было бы лучше. Должны действовать. Привет. Дриад нельзя пускать. Приказывай. Да построй ты 8-10 грифонов. Быстрее. Угу. Грифонов построим, понятно. Построй грифонов. Это, господи, это просто топич. Топич, топич. Лучшие, лучшие советы из чата. Лучшие советы. Быстрее. Он шумят деревья. Мой клинок жаждет крови. Приказывай. Собирайтесь, воины. Выходит Патма. Доверься мне. Путь. Мой клинок. Надо байтись на эту базу. То есть как только становится понятно, что он туда идет. Привет. Я такой тыгдым-тыгдым, к нему на мейн. Такой.
какой-то план. Капкан. Ультимейты откатились. Он грабит, у него бабла там миллион. Может, даже два. Доверься мне. Приказывай. Мейна надстраивает потихонечку. Блин, опять лимит, твою ж медь. Наконец-то. Он грабит там вообще дофига всего. Просто много грабит. А я должен наносить ему урон, несопоставимый с грабежом. Вот он грабит, а я типа да. Нужно действовать. Поехали, поехали. ТП есть у тебя? ТП нет? Нет ТП? Во-во-во-во-во. Тихо, 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 тихо. Ладно, поехали еще. Мое сердце жаждет крови. Нужно действовать. А почему я не атакую по этим? Кто-нибудь знает? По вивернам, почему я не атакую? Беги, Патма. Run for your life. Куант поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, твою налево. Почему самому не сали? Чтобы тебя не стынили. Я не успеваю вообще. Я старый больной человек. Что ты от меня хочешь? Сали тут. Я моноберны не успеваю делать, понимаешь, насколько все серьезно. А ты мне сали говоришь какие-то. И как нормально, и так сойдет. Убиваем ему потихонечку лимит. Я готова. Сали, сали. Он строит и строит, капец. Еще можно дриад взять, типа. Ну, он перестреляет, но я резуректнуть могу. Да, давай, ладно. Не-не-не-не-не, это твой козырь. Не надо, не надо. В чем шумят деньги? Ой, да-да. О, вот. Да ты хотел, я так хотел. Я так хотел, блин. Так, Патма, у тебя будет задача. После следующего битвы ты берешь инвиз и вперед. Мы готовы нанести удар. Быстрее. Блин, можно стащить у него все стащить, все. Все короны, все стащить ему. Все. Спокойно, держись в руках. Фух. Ох. Ох. Так, больше слотов. Инвиз, больше слотов. Там варды. Я совой лечу. Ну бас, я вижу, где варды, а где нет. Вот, блин, молодежь пошла. Я в шоке просто. Там варды. Еще один. Ну есть кое-где варды. Но я же за собой пойду, понимаешь? Я же пойду за собой. Так, ну я предлагаю... сдаться. Нет. Я предлагаю как бы хоп-хоп. Нужно действовать. И пусть он нападает, нафиг. А, ну вот или сюда, да. Вот, да, вот сюда вот поехали. Там награбил. Привет. Мы должны действовать. Клинок жаждет крови. Что произошло? Блин, ну какой-то плотный. Много его, его соточка. Что делать, пацаны? Во славу леса. Во славу, как говорится, леса. Наконец-то. Оу. Ага. Приказывай. Что случилось в наших местах? Так, Михаил, так. Ульта откатилась.
Он опять фуловый, тысячи маны у Таурена. Это такая дичь. Да, Линк. Пат мы сюда, этого сюда, этого сюда. МГ стоят. Че ты не ломишься? Че ты не ломишься-то? Ой, а тут не прикрыто нормально. Ах, карамба! Что случилось в наших лесах? Быстрее! Завязывай драку у себя на базе, а потом Старфоль на его мейне. Ага. Два сайленса и стомп. Доверься мне. Это, конечно, прикольно. О, вот это плохо. Вот это очень плохо. Я пока сюда дойду. А хотя нет, я дошел. Ах ты гад, а. 100 лимита. Ладно, выходим тоже. А что не выйти-то? Конечно, еще гиппосов настроит, но мне они не нравятся. Так. Мы должны действовать. А у меня скоро закончится... У меня скоро диван закончится. Я типа должен был. Так, у нас любит природу. Нужно действовать. Господи, там лимит, ребята, там лимитище. Сатенчик. Давай, я у тебя на базе дрался, ты что не хочешь? О, капец. Да, дриады против масс виверн, это страта майкерам. Что произошло? Что случилось в наших лесах? Да, тут уже все, забей. Привет. Мой клинок жаждет крови. Быстрее. Давайте. Давай, ну, давай. Посмотри, раз. Смотри, два. Быстрее. Неужели ты хочешь отдавать этого рейдера? Не хочешь? Ничего ты не хочешь. Приказывай. Быстрее. Вот, видишь, отдал рейдера. Зачем? Как он меня бесит. Что, атакуем? Блин, как атаковать-то? Чего? С такой армией? Да, все нормально. Поехали, работаем. Работаем, работаем. Давай, я уже готов сражаться. Чего ты-то не готов? Ну, конечно, сразу варды, типа, все дела. Давай, раз, два. А, нет! Твою ж медь! Ладно, без патмы справимся. Без патмы справимся. Ну, я закажу ее, конечно. О чем вы просите? Привет. Приказывай. Да хорош. Что мы должны действовать. Шанс настал. Что произошло? Да! Привет. Или? Быстрее. Что, Дима? Животворящий делают. У Димы 9 плюс 17 с половиной. У него 61% физ урона редьюс. Еще 30% миссы. И то его там типа пробивают. Это жесть. Жесть, я вам говорю, это жесть. Дикая вещь. Вы просто представьте, какой это дикий танк. У него 26 с половиной армора плюс 3 пассивки. Его никто вообще убивать не должен. Фиг вам. Без патмы, причем
принял волевое решение. Сражаемся без патмы. И все. А инвиз. Ах, нет, не пойду. Без. С этой я не пойду. Да, он восстанавливает сейчас ману. Но я не хочу идти. Понятно. Понятненько. Интересно, сколько у него там бабла еще награблено. А, кстати, половины паладинов диверсии можно было. Ну, патма готова. Привет. Что произошло? Не оставлять следов. С радостью. О чем шумят деревья? Мы готовы нанести. Поехали. Привет. А какой резурек был царский, да? И отступление сразу. Ох, вы бы это видели. А, вы же видели все. Все было хорошо. У него лимит 100 был. Виверны там, кастеры, пыщ, вообще не убить никак. Что случилось в наших лесах? Да, только Дима. Ну что у него по лимиту-то? Блин. Откуда? Так, он уже девайс, кажется, продает потихонечку. Черт. Опять лимит. Опять лимит. Что вы делаете, господи? За что? За что? Мне это все может провести сражение, которое типа ману просто выманим и все. А потом фокус под мой. Ну ладно, давай. А, не, на мейн я побежал просто и все. Настал. Тихо только. Не спугните. Быстрее. Ой, палево. Привет. Ой, кажись, я спалился. Что случилось в наших лесах? Мой клинок. Нужно действовать. Сразу. Старфол. Ой, такой. О, он не увидел в прошлый раз. Ха-ха. Поражен вашей неудачей. А что делать-то? Кого убивать? Магазин, наверное. Патма 10. Что, будем вообще воевать, не будем? Да, ладно, давай так. Блин, дичь какая-то. Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Дичь! Михаил, да. Когда будет в чем 2 на Iron Man? Да ты в него время. Не мог ты пропустить анонс, он на анонса не было. Нужно действовать. Наши воины вступили в бой. Пожалуй, надо валить, ребят. Мне так кажется, надо валить. Там пока выбирал, куда телепортироваться, ё-моё. Потерял двух Mountain Giant'ов. Капец. Или одного. Нужно одного, действовать. Кажется. Я готова. Так, допустим, он сейчас будет восстанавливать, да? Раз, два, три, четыре. Так, поехали. Сначала сюда, потом сюда. Мое сердце жаждет битвы. Вы сюда. Прикрывать. Нужно. Ой, нет. Ой, нет. Богиня согласна. Ой, нет. Мое сердце жаждет. Нельзя, покупаем. Наши воины вступили в бой. Доверься мне. Ну понятно, в общем. Мы готовы нанести. Вышло потом погулять. Я готова. Вперед. Так я иду. Час настал. Ой, что делать? Там опять лимит. Причем там лимит критмасса именно такая жесткая. С протекторами может двигаться. Да, это зачем тебе эта база? Час настал. Давай. В бой. В дерево-то я оставлю. Мой клинок. Нужно действовать. Крови. А-а-а. О чем шумят? Быстрее. Приказывай. Что произошло? Быстрее. Я готова. Мы должны действовать. Что случилось в наших лесах? Час настал.
Доверься мне. Жаждет крови. Привет. Ну, конечно, да, конечно, вы красавцы. Отдавай еще Mountain Giant'ов. Что еще? Как еще? Как еще, в конце концов? На. Привет. Быстрее. Что произошло? Что почем, когда и к чем? Значит, телепорта еще нет. Тоже ошибка такая нехилая. И сейчас вообще нельзя терять никого. Так, слово. А как это никого не терять? Я не умею. Сатен. Тигар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Да уж. Извини за МГ, но когда будет в чем на Iron Man? Не знаю, когда он будет. А где третий МГ? Третий же должен был быть. Совы идут. Пачками просто идут совы. Протекторы подходят. Привет. Не оставлять следов. Мы должны действовать. Час настал. Что произошло? Дичь. Просто дичь. Час настал. Привет. Я думаю, протектором я спровоцирую его немножечко. Главное подойти и разложиться так, чтобы, да, чтобы не работал его сплэш. Ну, с этой точки мы готовы нанести удар. Прямо вот самое «но». Начинать окапываться. Ну и дальше, соответственно, вот сюда вот. Что случилось, на? Не надо так, Михаил, не надо. Приказывай. Я готова. Ну тут без помощи леса никак не обойтись. А чем вы против? Сами все прекрасно понимаете. Будь я проклят. А лес — это наше все. Угу. Привет. Что случилось в наших лесах? Угу, угу. Что произошло? Ну, хорошо. Древо не может расти здесь. Мы должны действовать. Привет. Так, это ладно. Опа, он, кажется, увидел. Есть, увидел. Что случилось в наших лесах? Все. Дрозд в гнезде. Повторяю. Дрозд в гнезде. Енот вышел из норы. Ну, он первым приходит сюда. Давай. Я готова. Час настал. Что случилось в наших лесах? Угу. Славу леса. Мы готовы нанести удар. Мы должны действовать. Мой клинок жаждет. Блин, а сражаться-то без этого не хочется. Быстрее. Ладно, будем тогда просто никто не уйдет живым. Мочить. Мы должны действовать. Чем мы не можем мочить, можем. Чушина от деревья. Месть. Только плохо. Так, чуть назад. Привет. Что произошло? Тигар поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Привет. Михаил, бобра вам. Ой, тебе тоже не болеть. Нужно действовать. Сплетимся, ё-моё. Осада. Я готова.
Но он сейчас нападет, у меня не будет ульты. Что произошло? Он увидел, что у меня нет ульты. О чем шумят деревья? Час настал. Нужно действовать. Жесть какая. Просто жесть. Просто жесть. На. Поехали? Поехали. Да, прекращай это. На. Таунт. 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 На-на! Что случилось в наших лесах? Алена! Что случилось? Давай нападай! Давай, давай, нападай! Блин, у него сто ливнит-то все еще. Спокуха. Привет. Давай. Еще манку у тебя высосу. Говорю, высосу. Опа, опасно. Опасно, ребята. Просто опасно. Так, виверна минус. Еще таурена бы подрезать. На. Сайленс убираем. Убираем, лечим. Так, так. 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 Я готова. Мы должны здесь. Так. Так. О чем вы просите? Так. Нет, держись, держись! На-на! Давай страфольчиком еще полирнем. Раз у тебя стана нет. ГГ! Да, да! Блин, да! Ой, какая хорошая игра, а. Какие халявные... Герои, смотрите! 162, 162. Тютелька в тютельку. И по очкам. 4500... Ой, да, 459 тысяч на 451 тысячу. То есть реально близкая, очень близкая игра. Ой, хорошо-то как, а. Ох. Прям добро. Ну, на этой радостной ноте я с вами попрощаюсь. Я понимаю, что не поздно еще, но... Надо там одно дело доделать. Два часа, да, два часа была игра. Хорошая игра. Все, благодарю за внимание. Увидимся с вами завтра. Ориентировочно в 5 часов будет с БСП кооп первого Half-Life. Надеюсь, никаких технических проблем, как сегодня, не будет. И все начнется тогда, когда начнется. Хорошего вечера. Спокойной ночи. Подождите, гениальный комментарий напоследок из экспертов из чатика. Слил, потому что гипосов не строил и про варды забывал постоянно. То есть, во-первых, я слил. Во-вторых, гипосы против орка — это решение. Удачи.